Сегодня состоится первая в этом весеннем призыве отправка ульяновских призывников в Вооруженные силы России. 28 новобранцев будут служить в Национальной гвардии. Всего до середины лета из Ульяновской области в армию будет направлено около 1000 человек. Кампания проходит согласно требованиям Роспотребнадзора. Призывников обязательно тестируют на COVID-19, а все работники военкомата вакцинировались от инфекции. Военная служба большинства призывников начнется с учебки, которая продлится от 3 до 5 месяцев. Министр обороны России Сергей Шойгу особо подчеркнул, что призывников в горячие точки направлять не будут. Для прохождения срочной службы призывают граждан Российской Федерации от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и не имеющих отсрочки по состоянию здоровья. Уклонистам грозит уголовная ответственность. Весенний призыв закончится 15 июля.